На календаре 14 марта. 14 марта 1861 года при Самарской гимназии открылись новые курсы. Здесь стали готовить таксаторов, в первую очередь специалистов по оценке лесных и земельных угодий. Правда, эту необычную специальность успели получить только 38 молодых людей, так как вскоре курсы закрыли. 14 марта 1940 года в Куйбышевском областном музее краеведения открыт новый отдел «Булгарское царство». В нем представлены ценнейшие экспонаты, которые были найдены в специальной археологической экспедиции при раскопках в зоне будущего Куйбышевского моря. Булгарское государство существовало в Поволжье с 8 века. Работниками музея было обнаружено 202 памятника той эпохи. Ежегодно 14 марта во многих странах мира отмечают Международный день рек и Международный день числа Пи. А в России сегодня празднуют еще и День православной книги. Поздравление с днем рождения сегодня принимает депутат Самарской губернской думы Алексей Анатольевич Степанов. Также 14 марта появились на свет русский советский писатель, инженер-топограф, военный строитель князь Сергей Голицын, английский актер, обладатель двух «Оскаров» Майкл Кейн, французский кинорежиссер, сценарист и писатель Бертран Блие и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Евдокия Свистунья или же Авдотья Плющиха. У гусятников с этого дня начинались разговоры о гусиной охоте и о назначении дней, когда пускать гусей на бой. Для этого дня существует и множество погодных примет. Например, такие. На Евдокию теплый ветер, лето мокрое. С Евдокией погоже, все лето пригоже. Таким было в истории 14 марта. Всего вам самого доброго!